Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин и снова ролик про тренинг. Значит, планировал я 14 числа начать проведение нового тренинга по варианту, ну, я назвал это система Немцовича-Бронштейна. На самом деле здесь больше систем, но с названиями у них проблемы. То есть вот четвертый ход конь f6, так назовем. Рассмотрим, естественно, все. И взятие на f6, после чего ход gf, система как раз Немцовича-Бронштейна, и ход еф, и отступление белого коня на g3, и даже такой опасный вариант, который был сыгран в любительской партии Рети Тартаковер и закончился красивым разгромом черных, мы тоже разберем. Тем не менее, старт у нас состоится. Это очень важно. Да, и кстати, и ход слон d3 с жертвой пешки тоже будет изучен. Вот. Тем не менее, старт у нас состоится еще через неделю. Я выпустил совершенно из виду целый ряд важных вещей. Первое. 15 марта день рождения канала. 15 марта мы с Аркадием не будем проводить ничего с вами. По причине того, что Аркадий занят. А он обещал викторину. 16 марта. День рождения у моего единственного горячо любимого сына. В связи с чем, возможно, у меня некоторые проблемы с присутствием и за шахматной доской, и с ведением стримов, и вообще со всем. Вот, то есть буду серьезно занят. И вот 17 числа, в воскресенье, уже мы планируем с Аркадием отметить игрой в шахматы плюс зачетной викториной по моим роликам, стримам, по теме моего канала от известного знатока и специалиста по разным интеллектуальным играм, в первую очередь по своей игре Аркадия Либермана. В общем, это будет в воскресенье. Анонс будет на тему общения выдан дополнительно. А сейчас рекомендую посмотреть на расписание, которое закрыло доску с ходами. Значит, тренинг, в общем, никак не укладывается. То есть, в субботу меня не будет, в воскресенье где-то, или в воскресенье надо отмечать день рождения канала, то есть так, чтобы всем зрителям было хорошо. Вот. Ну и, естественно, сразу после лекции и просмотра ряда ключевых партий неплохо уже начинать игру, поэтому тренинг стартовать будет в четверг, чтобы в субботу и воскресенье у нас были турниры, ответы на вопросы, разборы партий, ну и так далее. То есть все в расписании видно. Салатовый цвет – это дни самостоятельной работы тренирующихся. Красный цвет – ну, сами видите, это все, что уже вместе со мной. Ну и желтое – это смайлики. Все, спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. Записывайтесь на тренинг. Под видео имеется ссылка на Google форму. С вами свяжется технический директор и все обсудит.